Великие луки могут гордиться немалым количеством юных дарований. Но именно лучшие из них в этом году были отмечены муниципальной премией за высокие творческие достижения. Победителей в различных номинациях определила конкурсная комиссия. В ее состав вошли самые именитые представители культурного сообщества города. По итогам голосования были названы 10 ребят, которым и вручили премию 20 марта в детской музыкальной школе имени Модеста Мусоргского. Поздравить номинантов в этот день пришли их педагоги и родители, а также первые лица города, среди которых заместитель главы Великих Лук Сергей Огарев и заместитель главы городской администрации Ирина Бушенкова. Хотела передать слова пожелания добрые и поздравления от главы города Николая Николаевича Козловского, который вместе с депутатами выделил средства определенные для почтения. И надеемся, и дальше будут открыты возможности и поддерживать вас в этом прекрасном начинании. Не случайно в области говорят, что город Великие Луки различные присваивают звание столицы, и спортивные, и воздухоплавание, и южная столица. Но в последнее время все чаще и чаще говорят, что город Великие Луки – это культурная столица Псковской области. И в этом ваш вклад, дорогие ребята, потому что именно вы своим трудом, своим неравнодушным отношением к городу Великие Луки способствовали вот именно становлению такого общего уровня культуры города Великие Луки. Премия вручалась по 4 номинациям, среди которых была «Художественное искусство». Одной из удостоенных этой награды стала учащаяся школы искусств Ульяна Барканова. Девушка признается, что победа стала для нее полной неожиданностью. Это было неожиданно, когда меня номинировали. Особенно было очень приятно, когда я получила эту награду. И мне было восторг, у меня была радость, и там прыгала от счастья. Номинантом стал и известный великолукский музыкант Иван Кирьяков. Юноша с 8 лет ведет активную концертную деятельность. Буквально вся его жизнь связана с музыкой. А совсем недавно Иван сдал сложнейшие вступительные экзамены в знаменитую Пражскую консерваторию. На самом деле я получал очень много наград и премий, но эта премия особенно для меня важна и интересна. Она мне запомнится, наверное, на всю свою жизнь, потому что мне вручают ее в моем родном городе, в зале, где сидят мои родственники, мои близкие люди. Очень приятно. В заключение добавим, что практически все получившие премию за высокие творческие достижения, так же как Иван, планируют продолжить обучение в высших учебных заведениях сферы культуры.